Основную ставку на сегодняшней рыбалке я делаю на силиконовые приманки, применяя их в двух разных вариациях. Либо с отводным поводком, либо в обычном джиговом монтаже. Вот сейчас хочу попробовать новенький твистерочек от Pontoon 21. Моделька называется High Tailor. У нее немножко удлиненное тело и достаточно длинный хвостик. Такая вот небольшая приманочка, размер 2 дюйма, грузик 6 грамм. По данным условиям это оптимальная приманка. Используя легкий джиг, мы можем не только, на самом деле, пробивать новые места, но и, в принципе, достаточно тщательно облавливать уже перспективные, уже которые мы изучили. Потому что не только с отводным поводком можно сделать достаточно пассивную анимацию, это можно сделать и с легким джигом. То есть просто немножко в более медленном темпе я делаю обороты катушки, немножко дольше иногда даже даю полежать приманки на дне, потому что водоем стоячий, здесь немножко работают другие стили анимации, в отличие от водоемов течением. В данном случае я снова облавливаю косу. Что он делает? Что это? Кто там? Ни хрена себе! Вот это мощь! Я тут недавно лосося на Кольском ловил. Тоже рыба мощная. Но ощущения совершенно другие, потому что тут, в принципе, легкий спиннинг, тонкая леска, а рыба стартанула с такой силой, как будто я не знаю, что там за кит. Ну, в принципе, кроме окуня, вряд ли тут кто-то может такого размера еще обитать. Не знаю, может, конечно, это какой-то гигантский карась, клюнувший на твистерочек High Tailor, но все-таки я думаю, что это окунь. Что творится? Ё-моё. Просто какая-то подводная лодка, а не рыба. Так, я по берегу побежал за ним. Ну, я не знаю, что там за рыба. Я просто боюсь форсировать, потому что один сход уже был. Но вот то, что там сейчас висит, потерять очень не хочется, поэтому максимально аккуратно. Пусть он плавает, пусть он устает. Мы никуда не торопимся. Коряк здесь нет. Это, по-моему, карп. Полосатый карп. Ничего себе! Вот это окунь! Вы видели такого окуня? Я еще нет. Вот это окунь в Подмосковье. Я таких окуней в руках ни разу не держал. Я видел их только на картинке. О, эмоции меня переполняют. Шарик. Окунечек такой. Небольшой подмосковный окунек. Просто какой-то тюлень, а не окунь. Сазан. Фантастика. Я, ну, вот честно, не мог поверить, что я когда-нибудь в Московской области поймаю вот такого прекрасного окуня. Мне тяжело оценивать его вес, потому что я таких окуней никогда не ловил и в руках не держал. Но я думаю, что в нем больше 1,5 килограмма. Мне кажется, что там где-нибудь 1,6 кг, 1,7 кг. Ладно, давайте его будем отпускать. Вот, всего-то навсего. Небольшой твистерок High Tailor от Pontoon 21. Новый силикон, размерчик 2 дюйма, вот такой вот телесный цвет на офсетном крючке. И вот такая вот прекрасная рыба. Я когда маленьких окуней отпускаю, я обычно их прошу, да, вот папу, маму, вот, видимо, вот этого вот дедушку. Я не знаю, кого тебя попросить. Да никого. Просто плыви. Можешь дальше уже не расти. Просто плыви и живи. И, может быть, попадись еще кому-нибудь. Порадуй. Вот.
Вот это и есть рыбалка. Поймать вот такую трофейную рыбу, отпустить ее и ловить дальше еще других трофейных рыб. Тихо, снова. Снова карп. Где-то он около берега. Около берега. Ой, трава какая-то намоталась. Снова сильный. Фу. На этот раз уже сработала оснастка дропшот. У меня было несколько хороших поклевок в пол воды. Я решил поэкспериментировать и попробовать половить на дропшот, потому что, в принципе, это очень эффективная оснастка. О, блин, это снова гигантский окунь. Вы посмотрите на него. Это просто какой-то полосатый карп. Вот это да, вот это рыба. Великолепно. Просто потрясающая рыба. Вот, на этот раз сработала оснастка с дропшотом. Виброхвостик Ратта. Тоже, кстати, новинка от компании Pontoon 21. Виброхвост удлиненный. Такой вот он немножко высокотелый. Очень интересные пропорции. Он также отлично работает как слаг, если, например, у него хвостик отрезать. Но в данном случае это оснастка дропшот с одинарным крючком. Размер у приманочки 3 дюйма. Я решил не мелочиться, поставить покрупнее, потому что, в принципе, рыбе с вот таким вот ртом заглотить 3-дюймовую приманку, ну, не составляет никаких проблем. Ой, потрясающе. Это просто, я считаю, прекрасное завершение нашей рыбалки. Достойнейший трофей. Мы его, конечно же, отпустим. И я думаю, что он порадует еще и других. И надеюсь, они сделают то же самое. Ну, здесь не хватает высоты, чтобы он ушел. Сейчас оттолкнется чуть-чуть. О, бочком, все, встал и пошел.